Давай! Так Миша открывает консервы. И снова жесть на СТО. Притянули девятку. Задымилась на ходу, короче, и заглохла. Говорит, и не заводится. Думали, стартер заклинил. Сняли стартер, все работает. Охлаждайки нет. Снимаю такой. Свечи. Просто свечей тоже нет. Мотор крутится как со стартера, как вообще, ну, как вентилятор теперь. Но рукой не крутится вообще. А там внутри, короче, стружка, просто жопа. Вот, смотрите, на улице ночь, как-то вот так. А одна свеча, а вторая тоже загнутая. Вот и такой акумчик стоял. Маленький. Уф. Итак, снова всем привет. Продолжаем разбирать девяточку, которая заклинила. Ну как заклинила? Короче, стартер ее крутит очень быстро, а рукой хрен прокрутишь. Вот. Короче, сняли впускной коллектор, там все в масле. Можно даже... А, и вода даже есть, приколите. Вот. Короче, предыстория. Пацаны купили тачку, ехали 160. Начало все дымить, вонять, и все, и заклинило. Ну, потихоньку. Глох, глох, глох. Дальше, что у нас здесь? Дроссельные заслонки. Внутри куча стружки тоже. Ну, походу, клапанам там тоже жопа. Снял выпускной коллектор, там все белое тоже. Какой-то стружки. Потом еще прикол. Регулятор давления, вот так у нас установлен. Замяли. Короче, что еще хотел показать? А, распредвал в каком состоянии. В таком вот состоянии у нас распредвал здесь. Видите? Наверное, зазор так регулировали, кернили. Плюс вот это, если будет слышно. Короче, стаканчики болтаются. Потом лопнутая крышка. Это не от литья следы, вот как вот здесь. Это прям трещина. И сейчас будем скидывать башку, уже осталось чуть-чуть. И покажу вам, что дальше. А вот, днем покажу, что там внутри. Видно, да? Куски чего-то там. Сейчас скину башку, будет видно. И продолжение, пацаны. Смотрите. Ехали, говорит, 160, дым пошел, завоняло. Кольца. А, кстати, моторчик реально недавно делался. Поршня даже нагаром не успели обрасти. Вот и К01, А1 группа. Третий. Втоптала, короче, сюда его вбила. Болты вообще все были не затянуты, но, видать, просто ударом. Шатуны по-любому кривые здесь, смотрите. Десятку снимали, башку недавно делали. Клапана тоже выглядят как новые относительно. Ну, фигню проехали. Смотрите, тут уже подняло черное все, башку. А я думаю, что она не обжата? Я просто ударом выбила наверх и опустила. Что-то еще хотел показать. Так, ну вот, короче, все туда летело, куски алюминия. Третий цилиндр. Ну, шатун вроде не сломало, но по-любому кривой. Смотрите. Не падает нифига. А как оно залетало в другие цилиндры, тоже хрен его знает. А, так и здесь поршень размолотило. Видать, такие поршня попали хорошие. И здесь. По задирам. Ну просто, короче, поршня рассыпались. Так он просто расплавился еще и рассыпался. Ну и все, как бы. Думаю, все.
труп, просто труп, всему жопа. Вот такая вот жизнь на СТО. А, еще хотел сказать, тут, короче, такая проблемочка. Ну, прокладка вот она, сгоревшая полностью вся. Короче, тут вентилятор вообще не подключен. Охлаждение. Висит такой проводок и две фишки еще, которые идут к вентилятору. А тут еще колхоз сделал. Напрямую с аккумулятора, но оно отключено. Вот, в общем, вот так вот. Делайте напрямую всегда и не включайте вентилятор. Всем пока. И снова рубрика «Жесть на СТО». Все помнят нашу турбославуту. В общем, на ней разлетелась турбина наконец-то. В таком вот виде у нас крыльчаточка. Всю ее побило, она тут болталась внутри. Масло лилось через выпуск. Это холодная часть. Заклинило тоже. В общем, все. Проект как бы умер, но еще живой. Да, в общем, вот так. И снова привет. И снова видео. Жесть на СТО. Спускает, короче, колесо. А смотрите, откуда спускает с диска. Не отсюда вот. Свобода заварки со штампа. Окунули все колесо в воду, а оно с диска травит. И для прикола, если кто-то будет говорить, что там сварной шов лопнул, так что вот, диск, как бы это идет цельный металл. И он приварен к ободу точками. И вот еще один для прикола диск. Видите, как все выглядит? А тут откуда воздух? Короче, видать, лопнул где-то внутри, по точкам. А с этой стороны он у нас не пузырится, кстати. Такие вот у нас дороги. Ну, сколько, 15 секунд надо? Короче, смотрите, если у вас тут звездочки такие, и у вас нет специальных головок, то можно взять рыжковый ключ на 10. Сделать вот сюда еще такой удлинитель хитрый. Смотри, покажи. Из двух ключей, короче. Специальный дилерский ключ Yamaha называется. Трехлепестковый. Потом туда рожковый ключ на 11. А где? Покажи ту сторону, чтобы люди поверили. Вот так, оп, и все. Японская техника будет разобрана. Итак, снова в King Custom жесть на СТО. Приехал Анус, не работает кондиционер, висит ремень, а тут в защите дохлый воробей лежит. Уничтожители ремней. Вот, видите, лапку оттопырил, бедолага. Короче, новый насос Siemens. Кинули с сеточкой бензин на аккумчик. И херячит через провода, через контакты. Вот 0,38,5. А почему через провода-то херячит? Мистика, блин.